Меня зовут Сергей, я из Киева. А меня зовут Настя, я из Донецка. Вместе с вами мы будем путешествовать по Болгарии, открывать для себя новые и удивительные места. Отдельная благодарность нашему туроператору Кит. Приятного просмотра. Ну вот и доброе утро. Первое утро в Болгарии полноценное, не считая того вчерашнего утра, когда мы приехали на автобусе и были мертвые. Сегодня я проснулся вот в этой кроватке. Честно говоря, я абсолютно не выспался, потому что после вчерашней экскурсии мы приехали очень поздно вечером в номер. Заснул где-то уже позже часа. И сегодня добрые люди в 7:15 уже позвонили по телефону и сказали, что наш гид попросил нас разбудить. В общем, спасибо всем тем людям, которые были в этом сговоре, разбудили бедного человека, не выспавшись. Ну, в любом случае, мы планировали на 8 на завтрак. И, честно говоря, я даже уже голоден. С утра еще било солнце мне в окно, а теперь оно скрылось за какими-то тучеобразными облаками. Как долго это будет продолжаться, я не знаю. В общем, идем на завтрак. Ну вот, собственно, мы на завтраке. Здесь все точно так же, как было вчера. Все тот же ассортимент. А единственное, что я заметил, макароны там появились. А так что не буду вам показывать. Тут все практически то же самое, что было вчера. Мой выбор, он очевиден. А вот Настя, собственно. Да, у меня тоже почти то же самое, что и вчера. Приятного аппетита. Сейчас почти 12 часов дня. Я предварительно немного поспал часа полтора, потому как ночью не хватило. Сейчас мы выселяемся из отеля, потому что в 12 часов обычно происходит чек-аут. Следующую ночь мы пройдем уже в другом отеле на юге Болгарии, куда мы поедем на экскурсию в ближайшие час-полтора. Поэтому выселяюсь. Вот мои вещи. Кстати, по поводу рюкзака, это не очень удобная сумка для того, чтобы ездить на такие активные путешествия, когда отели меняются каждый день. Потому что складывать вещи в рюкзак намного сложнее, чем складывать их в большую сумку. Я это, в принципе, и так знал, просто хотел вам сказать об этом. Итак, друзья, вот мы и в автобусе едем на очередную экскурсию. Сегодня мы планируем увидеть ботанический сад, какой-то парк, возможно, с дворцом, я не знаю. Увидим, как расписывают глиняную посуду. Дегустация вин будет, да, можно будет приобрести вино, но, честно говоря, вчерашнее вино меня не очень впечатлило. Продегустируем сегодняшнее. Возможно, оно немножко исправит ситуацию и впечатление. Друзья, мы все-таки прибыли в магазинчик, где продают тарелки, и не только продают, их здесь изготавливают. Посмотрите, пожалуйста, это весь ассортимент здесь представлен. Ну, может, не весь, но большой ассортимент. Обратите внимание, как тарелки просто-таки расплавились на солнце, или их специально такими сделали, чтобы они стояли здесь более устойчиво. А также мы здесь можем увидеть улитку, возможно, она живая, а может и нет, но она хорошо прилипла. Солнце луч коснулся моего лица, потянулись мысли к свету. Задумался, да, вот бы вдруг мир изменился бы вокруг, и каждый человек был брат, да, и каждый человек был друг. Восток и запад, север и юг, над нами одно небо, один солнце круг, да. В груди у каждого один и тот же звук, сердце стук, е-е-е-е, север и юг, запад. Вот еще посмотрите на эти образцы тарелок, очень красиво. Немножко похоже на украинские, кстати, у нас тоже такие глиняные изделия делают и разукрашивают. Буквально несколько часов назад этот человек говорил, что все, сувениров хватит. Сережа, я не знаю, что делать. Мне все равно, я сейчас схожу, выбираю тарелку, которая полегче хотя бы, по крайней мере. Зачем минорные разговоры, холодные взоры, взгляды, кому это надо? Да никому не надо, а надо бы надо, чтобы все бы мы были бы счастливы, да были бы рады. Так не будем искать крайних, простим виноватых. Ух ты, смотрите, какие у них кактусы растут на клумбе. Я, честно говоря, такого не видел, чтобы на уличной клумбе росли кактусы. Он огромный. Вот в сравнении с моей рукой, которая тоже не маленькая, в общем-то. Большой-большой кактус.
Ну, а в принципе, вы все видели сами. Много красивых вещей в этом магазине, большущий ассортимент, люди бегают. А, мы не знаем, что выбрать. Я знаю, мне проще, потому что я вообще ничего не выбирал и ничего не купил. Ну, немножко равнодушен я ко всяким таким керамическим поделкам, хотя они, конечно, красивые. Что есть, то есть. И просто подарим любовь всем тем, кто с нами рядом. Восток и запад. Дамы и господа, мы сейчас пришли трапезничать в такое заведение под названием Таралежа, что означает ежик. Вот тут даже у них логотип ежик. Давайте посмотрим, что у них здесь есть в меню. Специальные предложения. Салата Таралежа, салата Хемингуэя, это все. Ну, знаете, тут очень смешные бывают словечки. Топли, придястия, например. Что бы это могло быть, я даже не представляю. Есть вот филешка супа, шкембе чорба, рибина чорба, таратор, мусака. Мусака — это уже знакомое слово из греческой, по-моему, кухни. Свинска пржола половджиски. Ой, мне нравится вот это вот, но, наверное, оно стоит очень много. А вот есть гарнитуры. То есть головная гарнитура, микрофонная. А нет, это гарниры. В общем, будем определяться. Когда определимся, мы вам обязательно покажем, что мы выбрали на сей раз. Это просто жесть жестчайшая. Нам принесли салат. Как вы помните? Нет, вы не помните. Мы заказали салат Цезарь и картошку фри. Подумали, что ну ладно, не будем мы сильно наедаться. Перекусим немножко салатика и картошечки пожуем. Так, недорого и сердито. И что вы думаете? Приносят нам вот эти тарелищи. То есть у них указано, что это 250 грамм, но, честно говоря, этого салата хватило бы даже двоим, мне кажется. В общем, мы в таком диком восторге, хотя нас предупреждали, что в Болгарии порции очень большие. Мы это читали, знали, но как-то не поверили. Теперь верим. Ждем еще сковороду картошки, походу. Мы вообще после этого сможем поехать в ботанический сад? А вот и наша картошка. Спасибо. Спасибо. Действительно, картошки вполне достаточно. Немало, да? Ну да, будет такой легенький перекусон у нас обедний. Такая баночка кетчупа, всего 900 грамм. Куда тебе плеснуть? Ну все, вот мы сытые, довольные, добрые. Добрые. Настя все-таки не смогла доесть свою порцию. Я не осилила, но много. Слабак, ну, слабак. Куда? Лузер. А теперь мы идем в ботанический сад, спускаемся по дорожке. Хорошо, что спускаемся, не поднимаемся. Посмотрим на их знаменитый ботанический сад. Говорят, там красиво. Ботанический сад, он для того и создан, чтобы быть красивым, иначе он теряет весь смысл. А ты вообще спасибо, любишь ботанический сад? Я люблю ботанический сад, я люблю киевский ботанический сад. Но туда нужно ходить на целый день, так размеренно, дышать, отдыхать, гулять. А сейчас мы просто его осмотрим очень так, я думаю, быстро. А здесь мы видим множество сувениров. Я держу себя в руках, иду мимо барахолки. Север и юг, над нами одно небо, один солнце круг. Итак, мы попали в ботанический сад. Честно говоря, я вижу уже сейчас, что его масштабы, конечно, невелики. Он такой маленький, старенький, компактный. Но здесь есть очень много всяких таких старинных, каких-то рельефных прям вещей. Вот, например, этот лев с водой. Чарльз Дарвин, основоположник на эволюционной теории. Здесь сказано, что наивысший яд возможен этот марнанта культура экогата ознавами четвивада контрлерим. Ну, в общем, так вот, вы поняли. Давай будем жить, чтобы согревать и любить. Мимо тех, кому нужно тепло, постараемся не проходить. И всем тем, кто упал и теперь на душе нелегко, подарим новые крылья, чтоб взлетели они высоко. Давай будем. О, смотрите, какие обалденные кустики, какие загогулины. Ну что, народ, что там написано, а то я ничего не вижу сам. Друзья, я обнаружил посередине этого ботанического сада вот такую церковь небольшую. Здесь можно оставлять дарения, иконы такие фресочные. Ну и поставить, конечно же, свечечку за упокой, за здравие и за все, что вы хотите вообще. Здесь оставляют монеты, чаевые прямо на этом алтаре. Отличная кактусовая клумба. Огорожена цепочкой, потому что если кто вступит случайно ночью, когда будет темно, то ему будет очень-очень больно. Мы сейчас идем на постоянную экспозицию кактуси и суккуленти. Как ты думаешь, Настя, что такое суккуленти? Ну, это же подвид такой растений. Серьезно? Да, да ты знаешь. Я суккуленты? Не слышал такого слова ни разу в жизни. Не слышал, есть такое растение, называть нижнее дерево. Нет. Ну, это тоже суккуленты. А, такое типа да, как да, баобаб, да. Да, такое маленькое? Не знаю, домашнее. Я, кстати, баобаба ни разу не ну, видел. Ну, не так, я себе представляю баобаб. Когда, знаешь, листики плотненькие, тут ну, я, внутри вот сок такой. Ага, вот, вот мы видим большущий такой парник, вот это есть самая постоянная экспозиция с пальмами. Вот так выглядит кактус в разрезе. И не говорите, что вы никогда это не проделали.
проделывали дома? Нет, я не проделывала. Никогда дома такое. Так, вот они, суккуленты эти, да? Или это кактусы? Кто это? Сколько здесь кактусов? Целый кактусовый рай. А вот фигулина такая, 2.5 метра приблизительно. Так бы его с ноги зарядить, хорошо бы падал. А, посмотрите, это же просто аквариум из кактусов. Целые ассорти. Интересно, как их поливают. Восток и запад, север и юг. Над нами одно небо, один солнце круг, да. В груди у каждого один и тот же звук. Сердце стук, сердце стук. Посмотрите, какие просто кактусиные деревья, я бы даже сказал. Они высотой, ну, не меньше метров 3.5. И цветут вот такими вот красивыми желтыми цветочками. Осторожно, осторожно, проходим, не цепляем кактусы. Опять спешка. Я бы вам показал здесь каждый кактус, честное слово, но нет времени на это. Вот это твое денежное дерево, про которое ты говорила? Ну да, это оно и есть. Угу. Красула нефритена. Да, это красула. Ух ты, какой цветок. Похож на ядовитый. Вообще, это растение очень похоже на ядовитое. А вот и верблюд затесался в пальму. Это явно какая-то африканская пальма. Вроде тех, что я видел в Тунисе. Итак, мы продолжаем осмотр коллекции кактусов и суккулентов. Это было еще не все. Здесь есть те, которые растут на открытом воздухе, дышат свежим аэрфрешем. О, смотри, тут прямо эти ягоды уже растут. Ты ела когда-нибудь вот такие плоды ягод? Вот я не пойму, их можно есть или нет, но вот нечто подобное я ел. Смотрите, этот кактус вообще как будто бы покрывается корой или коррозией. Выглядит, если честно, отвратительно. А это посмотрите. Похоже на лицо какого-то человечка. В груди у каждого один и тот же звук. Сердце стук, сердце стук. Е-е-е-е. Север и юг, запад, восток. Ты спросишь, ну о чем эта песня? Ну о чем эти несколько строк? А я отвечу, давайте любить друг друга. Мы так галопом пронеслись по ботаническому саду, и все для того, чтобы успеть посмотреть еще дворец под названием Балчик. Нет, не Балчик, не Мальчик, а именно Бальчик. И мы тут сразу же видим какое-то двухглавое существо с усами. Лопух обыкновенный, посмотрите, он полностью утыкан пальцами туристов. Смотрите, нет ни одного живого лопуха. Смотрите, ребята, настоящий водопад. Я даже не знал, что он здесь есть. Он, кстати, достаточно большой. Один из самых больших, виденных мною. Но больше я видел только в Эстонии. Как это ни странно, казалось бы. Но он действительно внушительный. Не то, что обычно называют водопадом. Вот здесь мы уже видим виллу Моарта. Красивое достаточно сооружение. Спускаемся по интересной старой лестнице. Вот отполированное просто до блеска кресло королевы, так называемое. На нем все садятся и все на нем фотографируются. Почему бы и мне этого не сделать? Собака, пошли. Не слушается меня. Непослушный пес. Плохой пес. Наверное, мы сейчас попадем в сам замок. Вот он где. Оп. И вот мы внутри побеленного просто добела замка под названием Бальчик. Картинки, камушки, черепки и картинная галерея. Вот такое вот изобразительное искусство, в котором я мало чего понимаю, но выглядит достаточно фактурно. Итак, идем наверх. Там есть прекрасный балкончик с прекрасными видами. Это я уже заметил, когда мы находились на улице. Винтовая лестница, я обожаю винтовые лестницы. Все разбежались кто куда. Ну тогда я пойду, пожалуй, сюда. Ну, вам скажу, очень такая атмосферная атмосфера, если можно так выразиться. Низкие потолки. Запах специфический, такой старинный. Чувствуется, что здесь много старых вещей, которые пахнут прошлым. Какой мега шкаф. Вот это да. Вот это красота. Так, это у нас клозет. Ну, тут даже есть радиоприемник, так что как-то это не слишком старинно. Но раковина, выполненная из мрамора, конечно, да, впечатляет. А где джакузи? Массаж? А, так это хамам. Да, ну не совсем, да.
Всегда мечтал поваляться на королевской кровати. Я бы здесь не поместился, если честно. Ну, тоже такой неплохой предмет старины. В те времена, конечно, мало кто мог позволить себе кондиционер, но это все-таки королев. Ну, это, я так понимаю, бюст самой королевы. А вот мы и пошли до балкончика. С видом. Вообще, конечно, неплохо она построила себе домик на берегу моря. Очень так неплохие здесь виды. Да и парк неподалеку. А я знаю, здесь у нее за этим окном был хамам. Но ничего не видно.